Итак, устанавливаем нашу волшебную меточку на телефон. Для начала нужно снять защитную пленочку с батарейки. Дальше будет характерный звук. Слушаем. О как! Ставим ее с телефончиком и вуаля! Подключаем. Выбираем «Я чаще всего теряю в квартире ключи» и продолжить. Вуаля! Через какое-то время меточка начинает работать. Ура! Итак, предположим, я потерял свои ключи. Нажимаем «Найти» и ищем телефон. Вот он определяет. Хопа, стрелочка. И идем смело по стрелочке. Все, он, опа, начинает вибрировать. И вот эта меточка. А еще эта штука умеет издавать звуки.